Всем привет! С вами Константин, и вы на канале Мережка ТВ. Что-то я потерялся. А где руки? Где-то ж были руки. Руки, там ноги. А, вот они. Ну, это, наверное, руки. Как в метро. А что они мне сделают? Ничего. Что-то он залит. Я не могу отойти. Отходи, блядь! Залип. А куда ж мне идти? Кто не подписан? Странная стена. Появилась странная стена, видите? Так, ладно. Я так понимаю, что отсюда я пришел, да? Шел. Пирожок нашел. Да, я должен проверить. Надо было, конечно, проверить, наверное, до вас. Да, отсюда я пришел. Ну, может, кто пропустил. Скажем, как в этих самых многосерийных фильмах. В начале последующей серии немного показывают то, что было до. Ладно, странная стена. Мне надо что-то выяснить, наверное, про эту странную стену. Тут у нас яма, да? Яма. Она не указана. Какого-то. Дверь закрыта, хотя указано, что там дверь. Ладно, путь один. Путь. Что мы сразу дроба... Ага, блядь. На дробаше-то патронов. А что с янтарем? У меня, походу, один пестик остался. Ну, так, чтоб нормально. Мария? Мария! I thought that thing killed you. Are you hurt? А, ты погибла? Нет, глупый. It stabbed you. There was blood everywhere. Но тебя ранили. Было столько крови. Ранили? Ты о чем? Ты бежала к лифту. О, Джеймс, ты дурачок. О чем ты, Джеймс? Совсем недавно. Ты не помнишь? Джеймс, родной, с тобой что-то случилось? Я говорю, она ушла, сука. После того, как мы остались одни, остался один, ты меня с кем-то путаешь. You were always so forgetful. Ты всегда был рассеянным, помнишь? Remember that time in the hotel? Помнишь тогда в отеле? Мария, ты сказал, что все взял, а сам забыл нашу кассету. Не понял, может она до сих пор там? Откуда ты знаешь? Так надо еще. Откуда ты знаешь? Ты ведь Мария. Я не твоя Мэри. So you are. Значит, ты Мария. I am. Да, если тебе так нравится. Просто ответь. Doesn't matter who I am. Не важно, кто я такая. I am here for you, James. Я рядом, Джеймс. See? Видишь? Видишь, я настоящая. Don't you wanna touch me? Тебе не хочется. Не так. Тебе не хочется? I don't know. Я не знаю. Я столько пережил. Или пережил. Ну что ж. If you happen to make up your mind. Если решишься, я тебя буду здесь ждать. I'll be waiting. О, блядь, я жду здесь, сука. Я пойду. I'll find some way to... Я подумаю, как. I'll come back, I promise. Я вернусь, обещаю.
Бля, какая-то она, сука, ушла. Да. Как лихо закручен сюжет. Так а что, я что-то не пойму. А ключики теперь? Ни ключиков, нифига мы не взяли. У нас есть дверь. Вот еще что-то появилось. А, у нас тут все изменилось. Ну, другое дело. Что мы имеем? Да быстрее, блядь. Ну так вы долго, эти монологи, блядь, лестницы, сука, дороги какие-то. Подвинуть. Ага. Блядь, это как в этом, Atomic Heart. Только я нихера не пойму. Мне ж надо хотя бы понять, что я двигаю. Так. Так, вот тут у нас дырочка. Вот тут у нас руки. Я должен, наверное, руки обойти, да? Должен руки обойти, но... Ладно, придется двигать все. Во! Во! Ха-ха! Случайно. Давайте я запишусь, ну его нахер. Отлично, отлично. Ну, наверное, отлично. Так. Вот оно, видите, по-разному. Что-то там переключается. По-разному. Все равно еще куда-то надо будет, наверное, переключивать. Где-то еще такой квадратик есть. Оп. Или нет? Закрыто. Так. Слышите, а мы неправильно переключили. А, вот еще одна дверь. Вот это б я пошел, да? Все, где-то пришли уже эти. Опять тараканы, блядь. Опять мне с ними воевать. Так, один есть. На жопе шерсть. А что там было так громко? А, тут еще куда-то, да? Пистоль. Здорово. Кровище. Так, что-то тут, наверное, неспроста. Неспроста тут, наверное, записочная, да? Оп. Так, открыта дверь, да? Сюда мы зашли. Веревка. Сейчас я там прочитаю. Открыта дверь. Фига себе. Так, нет предметов. И здесь открыта тоже дверь. Даже не знаю, в какую идти. Ладно, пошли, которая была приоткрыта. Возможно, мы правильно повернули, как бы, скажем, интуиция. Есть патроны? Какие? Дробаш? Винтовка 2. Там кто-то чапает, бля. Так, налево дверь. И прямо нет предметов. Ну, предметов, ключа нет. Это я так, блядь, хожу, да? Сука, лезть, да? Не, не лезть. Слава яйцам.
Не хотелось бы. Правда, не хотелось. Что-то так гупоти. А, это снизу, сука. Вот это. Видели? Дурачок какой-то. Ну, он... Не знаю, для чего он там. Так, а тут у нас не работает ни хера. Мы, наверное, не сюда пошли, как обычно. Я сейчас еще заблужу. Я уже заблудился. Это у нас что? Ага. Тем не менее, мы пришли куда-то. Тем не менее, даже неплохо. Да. Шприц. Сейчас я этим боярином подлечусь. А вот боярин сразу. Сколько у меня их? Ноль. Ноль. Боярина в ноль. Где? Где? Тараканы, блядь. А, нет. Мне показалось, таракан. Ладно. Надо посмотреть. А, блядь, не здесь же дырка. Вон она. Рано. Блять, да что так до хера двери? Давайте смотреть тогда тут. А, такое ж мы уже видели, помните? Только там труп еще был. Что, в дырку полезет? Зашибись. Бенз. Ну, а, газ. Ну, газ еще. Ладно, нашел и молодец. Патроны берем. Берем патроны, нам надо много. Больше ничего. Что дверь? Ну хорошо, хоть это закрыто. Бля, не видно ни хера. Это ж вы смотрите, я вам уже... Так, подожди, потом. Я ж уже цвет, свет там поднимаю, ну вытягиваю как-то. А я играю, не видно ни херашеньки. Ну так, конечно, понятно, что что-то видно. Ну, поняли, я когда редактирую, там лишнее вырезаю, я особо редактировать не умею. Лишнее поотрезать, да. Добавить он света. Опять этот черт внизу.
Иди нахер. Не до тебя, нам бы теперь выход найти. Блять, нет. Да ёпта, блядь. А куда ж нам идти? Я баран, блядь, карту надо было смотреть. Я зашел и карту не посмотрел. Так, это дверь, с которой мы прибежали. А, вот. Ага, это дверь, через которую мы залезли. Ладно, давайте здесь посмотрим карту. Угу. И нам надо... Вышли. Налево, направо, направо, налево. Ну, один хер. Подвешенная какая-то клетка, блядь. Что-то я не помню подвешенную клетку. Ну, короче, выходим налево, потом направо, направо, налево. Так, 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 так. Налево, направо. Бля, я сейчас направо, налево. Лечимся. Смотрим, сука. Да, правильно я бегу. Все. Убежали, блядь, от этого. Так, надо все время с картой, вот как я раньше с картой. Так, ну мы явно приболевшие. Может сюда? Нет. Сейчас я подлечусь. Бля, у меня только шприцы. Ёб твою, блядь. У меня только шприцы. Ну пошли сюда. Что тут? Непонятно что. И опять этот бык. Давай, давай, давай. Не сюда, да? Там еще направо я видел. Лампочка. Хорошо. Просто посмотреть, что это есть, да? Сука. А вот еще дверь есть. Фу-фу-фу-фу-фу. Где-то еще, бля. Где-то еще он, сука. Патроны для дробаша один. Начало есть. Мало, конечно. Ну а что сделаешь? Так, что у нас тут? Ну полезли. Ладно, ты ж любишь. Мальчики ж любят дырочки.
Так. Фитиль для зажигалок. То есть мы тут уже нашли что-то. Ага, там оно отмечено. Две двери закрыты какие-то. Здесь отмечено. Теперь что, выходить нам на выход? Как там с трудом верится, да? Где он, блядь? А, вот здесь. Так, это... А там дверь закрыта. Посмотри, какое говно, блядь. Упал. Нет, опять. Опять. Блядь! Вот это вот я очканул. Так, от души. Так, мы здесь были? Не. Не понял. Не понял. А. Вот они, видите, соединяются между собой. Только входы разные. Вот они. Это у нас левая дверь закрыта, да? Нет. Сейчас я. Ладно, все равно идти надо. Сейчас я здесь посмотрю, что у нас тут, что мы имеем. Дверь куда? Дверь открыта. Да, та, которая была закрыта там с коридора, с того большого. Да. Так, и пошли в комнату. Сейчас сразу пробегаем. Бля, загасили, бля. Трубой одной загасили. Это очень хорошо. Растем. Что есть еще у нас? Ключик. Железный ключ. Там дверца была у нас. Хорошо. Дверца у нас была. Сейчас нам выйти. Направо, налево. Ну, короче. И вон. Дверь. Раз, вышли. Два. Сюда. Сюда. Беги, 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 блядь, не слушай. Так, здесь, по-моему, дверь, вот это. Блядь, подлечиться, да? А я думал, мы уже к концу там близимся. Ага. А что ж делать? Не достать там.
Кислота, что ли? Где мы? Хер знает где. Подвешенная клетка, блядь. Подвешенная клетка, блядь. Что-то я клетку эту, сука, не помню. Второй раз вижу, зажигалка, пробил. А, теперь, ну, я так думаю, собрать надо. Объединить, да, зажигалка. Е. Фитиль. Ну, и у нас рабочая зажигалка. И, возможно, пережечь. Вот клетка, если я так и не видел. Только надо подлечиться, наверное, и записаться. Потому что... А мы ж не были еще в одной комнате. Хер его знает, а че мы не были? Ладно. Как выйти? Прыгай. Прыгай. Так, давайте мы, наверное, не будем прыгать. Я хочу сюда сходить. Что здесь? Давай, давай, не ссы. Не тормози, бля. Тут что, нихера нету, да? Этот, блядь, плюется, тварь. А, это мы сюда и вышли. Только получается с другой. А там бы тоже мы вышли. Я понял. Ладно. Лечимся и прыгаем. Блять, не могу не спамиться, понял? Приключения. Где клетка?
Здрасте. Теперь что? А теперь куда? Не, это ж то же самое. Только дверь открыта, да? Тоже была дверь закрыта. А не, есть контакт. Есть контакт. Ладно, это мы только что были, а здесь? И здесь, да? Нихера нету. Или то есть вход направо, дверь. Да, каким-то образом нам все-таки удалось. Ну, может, она просто тут комнатка. Сейчас позырим. А, карты нету. Карты нету. План заброшенной области. Найден. План заброшенной области. Все, дверь закрыта у нас уже, да? За спину. Филя, я тоже нервничаю. Так, рядом дверца. Закрыта, да? Лестничка. О! Так, лестничка. Как туда попасть? Никак, да? Здесь же не было дверей. Не было дверей. Ладно, пошли. Посмотрим, куда мы.
Так, что там, куда эта дверь? Угу. Та, которая закрыта была. Да? Ага. План затопленная часть. Бля. А вот он, наверное, выход. Херася этот у нас. Лабиринты, блядь. Да, это выход будет. Там ли это выход? Давай, он же, блядь, раненый, сука. Что-то я вообще заблукал. Мы еще один нашли. Так, это выход. Или вход. Просто вокруг не обошли, да? Просто не обошли вокруг. Ага. Все равно еще ни хера не понятно.
Так, смотрим, где мы. Ну, в принципе, уже понятно, да? Мы выйдем сейчас. Он бегал там. Ну, выйдем туда, где мы зашли. Просто посмотреть, что тут есть. Может, сюда и не надо было. А вон. Ныкался, бля. Мрачновато, конечно. Ничего, да, так мрачненько. Вот, вот здесь мы потерялись. Что-то нашли, ключик. Ключик нашли, тем не менее. А чего он может быть, этот ключик? Отсюда, нет? А, мы здесь не были. Хочу посмотреть, где это. Да, мы здесь не были. У нас еще за спиной что-то. Закрыто. На распутье. Направо тупик. Налево тоже. Ну, в смысле, сейчас прямо. Нет, прямо как раз. Направо мы выйдем к предыдущей лестнице. Может, там этот ключик пригодится. А прямо выйдем к первой лестнице, там, где мы зашли. Или что? Вон же есть дверь. Которая закрыта, блядь. Может, она на ключ сейчас. Тогда налево. А, не. Мы же оттуда пришли. Так. Еще раз. Направо. Налево. Полезли. Ключик. Будешь знать, падла. Да я уже вижу, как. Ничего сложного. Щиток.
у нас еще вот что-то. Не к щитку, не? Здесь бы не были. Были. Сейчас запишусь. Да, это с другой стороны, поняли? Там вот мы ключик использовали от наручников. Винтарик. Заряжен? Да, заряжен. Но уже можно 4 патрончика зарядить, да? Мало ли. Что-то новое. Угу. А, тут еще какие-то цифры есть. 1, да, 2, 3, 4, да. Нумерация. Ну хорошо, сейчас мы к дверям подойдем. И походу они открываются с этой стороны. Мы их не смогли открыть. Ну, с этой. Логично, да? Так, дырка. Дырка. Подождите, лестницу убрали, что ли? А, она вон. Суки! Специально пугаю. Нет предметов. Какие же предметы должны быть? Ножницы? Или болгарка? Понятно, да? Ну пошли пока сюда. Проволока. Там проволока. Сюда пойдем. Патроны найдем. А сюда пойдем. Ничего не найдем. Теперь опять направо. Тараканы, блядь. Опять какой-то дверку. Джеймс! Джеймс, иди ты нахуй! Уходим! Подышали, блядь. Ну ему ж похеру, блядь, это. То, что мы в него стреляем. Один раз там сработало, блядь. Так, ну мы тут, наверное, зря, да? Или не зря? А, надо нам найти какой-то инструмент, провод по этот самый, рабицу порезать. Хер его знает. Так, а мы тут были? Что-то я не помню. Чтобы проверить, надо открыть карту. Нет, не были. Да, конечно, не были. Хера тут лабиринты, блядь. Потому что если бы мы были, мы бы взяли вот это. Нам все равно... О, картиночка.
Так, у нас все впереди, зашибись. Кто-то не теряет оптимизм. Нам опять к тому треугольноголовому. Он ушел. Ладно, блядь, надо было изучить. А, мышь. Сейчас посмотрим, с какой он там стороны был. Ну, короче, его как-то, я так понял, что его как-то наебать надо. Я вижу, куда. Успеть, да? Успеть, надо успеть. Давай, гасим. Гасим, он не зашел, его пока нету. Ничего мы тут не забыли. Опа! Ха-ха-ха! Врешь, сучонок. Не возьмешь. А тут... Ну шо ты, бля? Дурень. Ха-ха-ха! На тебе маслину, бля. Я не пойму, я... Ему вообще похеру, да? Ладно, пошли позырим, что мы там... Кряхтят, бля. Полудурки, бля. Где мы? Где мы? Пятый. План заброшенной области, бля. Ладно, пошли. Будет это все. Текаем. Молодец. Так, встали. Посмотрели. Потому что у нас направо и налево. Теперь вернулись налево. Там у нас вопросительный знак. Да, вот оно. Что с ним делать, я не знаю. Ну, что-то же делать. А, вот. Да, кусачки. Годится. Кусачками нам порезать проволоку. Так. Откроем сейчас двери, чтобы можно было ходить везде. Но мы ж не уходим. Откроем двери. Так. Пойдем прямо. И вон какой-то у нас налево будет ход. Да, прямо здесь эти трупы лежат. А, хода нету. Просто нычка. А, ничего нету. Теперь бы найти эту проволоку. Найти бы эту проволоку. Сейчас я вспомню, попытаюсь вспомнить. Где там проволока была? На четвертой может зайти. На пятой будет этот боец с треугольной головой. На четвертую зайти надо. Да, сейчас разворачиваемся. И у нас получается налево, да? Короче. Я ж поднялся опять наверх,
Ну, чтобы вы понимали, потому что там выхода нет. Там, точнее, есть выход. У нас получается вот где-то там, где он четверочка номер. Рядом этот провод. Но к нему оттуда не проберешься. Вот только от шестерки, от пятерки. Поэтому не все так просто, господа. А тут же помните, да, этот треугольноголовый. Треугольноголовый наш. Сейчас надо хоть план посмотреть. Сейчас выходим налево-направо, нам пофигу, да, куда? Выходим и налево, наверное. Или направо, где его нету. Придется сейчас, наверное, прятаться. Блять, знать бы где он. Блять! А это этот снизу. Вы чё? Вы чё? Вот выход, да? Выход. Ля, шо, он догнал меня? Фух. Так, зырим. Ну, нормально, направо и налево. Поворачиваемся, точнее, направо. А идем налево. Ну, проскочили. Нормально проскочили. Достаточно. А он за нами был. Гляньте. Вон. Ну хорошо, девочки и мальчики. У меня там было сохранение, я видел. А то будет очень длинная серия. Вам всем спасибо. За поддержку, за просмотры. Комментарии люди пишут. Ну и всем пока.